Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грязки. Сегодня с вами снова я, Тигр и Надя. И сегодня я хочу сделать обзор вот этой вот посылочки, которую я получила сегодня с Алиэкспресс. Этот заказ я делала где-то пару недель назад, и он очень быстро пришел. И, если честно, мне понравилось, как запаковано, но я еще не открывала и даже не смотрела, какое все по качеству. Вот. Поэтому только вот приоткрыла пакет, чтобы потом не шуршать сильно много. Так, вот я выложила покупки, и даже не знаю, с чего начать. А в подарок положили вот таких вот божьих коровок. Вот они, зелененькие, желтые. У меня уже есть синяя и красная у другого продавца. В этот раз положили таких вот. Они на двухсторонним скотче. Можно их прилеплять куда хотите. Можно даже на телефон, на ноутбук или на рабочий стол. Ну, куда угодно, в общем. Либо отправить в письме как подарок своему другу. Как обычно, все ссылки я оставлю внизу, сможете себе заказать то, что вам нравится. Первое, что хочу посмотреть и показать вам, это вот такие вот скотчи бумажные для оформления ваших записей в личном дневнике. Я заказала вот такие вот сердечки. Там было очень-очень много разных вариантов дизайна, но мне захотелось вот чего-то такого. Очень популярные, они очень часто их выкладывают на Тамблере, во всяких пабликах ВКонтакте. Вот, и да, когда мне прицепился кусочек клея от этого скотча, ну, часто бывает, что они вот отсюда сбоку отлетают. Видимо, как мне кажется, эти скотчи, они широкие, и потом их вот так вот нарезают на машинке, и получаются вот такие вот тонкие полосочками, и вот такую завитушку заказала. Очень так лаконично и интересно, мне кажется, будет смотреться, особенно если на белых листах оформлять записи. И да, здесь, если я не ошибаюсь, 10 метров намотки. Далее идет вот такой вот набор, тоже скотчей. Здесь у нас написано, что они по 5 метров, 3 штуки. 7 миллиметров в ширину. Как я понимаю, это вот такой вот дизайн будет. Они высылали рандомно, то есть нельзя было выбрать, какой заказать. Я хотела, конечно, однотонные, где красивые такие пастельные оттенки, либо что-то черно-белое, но мне выслали такое, и я не знаю. Ну, в принципе, полосатый ничего такой. Можно будет придумать, куда использовать. Вот, да и разнообразие, и за такую цену, мне кажется, это нормально. Было немножко трудновато вскрыть, вот, потому что запечатали хорошо. И вот такие вот скотчики, вот они друг от дружки отлепляются, получается у нас вот такие три. Итак, полосатый, потом двойной такой, они бумажные. И вот такой вот желтый с пятнистым орнаментом. Ну, из всех только зеленый мне нравится, да. Ну, эти тоже ничего такие веселые. Но все-таки вот эти два, они намного качественнее, лучше. И посмотрите, сколько здесь намотки. Да, во-первых. И посмотрите, как выглядит качество со стороны. Эти намного лучше. Далее я хочу показать вот такие вот скотчи. Если честно, я думала, они будут больше. Вот. Что есть, то есть. Потому что ощущение, будто бы это просто какая-то намотка. Вот как в письмах пересылаем друг другу, так и тут. Потому что видно, что их тут крайне мало. Очень-очень мало. Они вот такие вот маленькие и переносные, что ли. Также не дают выбирать дизайн. Мне прислали, по-моему, самый корявый, потому что я хотела другой. Тот, который у них был показан на обложке, я хотела его. Но они не разрешают выбирать. И здесь, сейчас скажу, сколько штук. Вот так у нас получилась вот такая елочка. Тут 4, 8, 10. Тут 10 штук. Итак. Тут есть радуга, есть вот такой вот с едой. Вот, насколько видно, да.
Затем есть у нас тут что еще? Вот такой с цветами. Потом просто вот такой вот не очень красивый. Я не люблю такое сочетание оттенков. Затем вот такой вот под зебру фиолетовую. Затем вот такой симпатичный, как носочек даже, я бы сказала. Затем точно такой же. Ну вот, еще и повторный положили. Эх, да, и второй повторный положили. Мне не повезло. Вот такой вот малиновый в горошек, симпатичный. И вот такой с зефирками. Ну вот как-то так. Да, я не в восторге. Короче, зачем класть двойные, я не понимаю. Можно было бы за это деньги даже вернуть, потому что, смотрите, этого меньше намотано, а этого больше намотано. Вот еще в чем минус. И ощущение, будто бы там под этим намотан какой-то другой, либо просто белый. Видите, там идет белая бумага дальше. Очень странно. Ладно. Ну вот этот вот симпатичный, да. Ничего такой. С зефирками тоже ничего. Но я не люблю вот такие вот няшные скотчи. Потому что это не моя тематика. Вот такие полосочки красивые. Это как радуга нянкет. Она со всякими тут идет звездочками. Эту коробку как будто просто наспех упаковали. Скорей, скорей, скорей. И получилось так некачественно. Здесь просто скотчем замотали. Вот, с этой стороны тоже. Но я не буду здесь открывать. Это тоже бумажные скотчи. У них не указано, сколько здесь метров, но немало. Давайте посмотрим. Коробочка симпатичная. В ней, в принципе, можно хранить эти скотчи. И они сделаны в виде радуги. И меня устраивает то, что они сделаны в пастельных оттенках. Вот эти сразу два можно откладывать, потому что они безумно красивые. Мои любимые оттенки нежно-нежно-розовый и нежно-сиреневый. Очень подходят к тем стикерам, которые еще мы не смотрели. Здесь намотка, наверное, 5 метров, я думаю. Вот. Здесь идут вот такие. Персиковый, оранжевый. Он должен быть типа красным, да? Желтые два. Такой зеленый. Ну, это даже лаймовый. Вот. Вот зеленые два идут. И два голубых. Такой темно. А голубой даже лазурный. А этот больше к бирюзовому живую похож. И видите, они на такой, как туалетная бумага. Вот эта вот намотка. Катушка, да, на которую они намотаны. А она расслаивается, и она не особо качественная. Но сам скотч, видно, что он качественный, потому что он не отрывается, как бывает у других скотчей. Теперь давайте посмотрим вот эти вот наклеечки Happy Everyday. Я заказала их специально для бумажных переписок. Я открыла эти наклейки, невозможно было. А, так склеили. Зачем, только не знаю. Итак, открываю я вот так вот наклейки. Очень неудобная коробка. Потом она все развалится. Вот так вот просто выглядит белая картонка. Сразу ее выкину. Итак, вот они наши наклейки. Не знаю, как они тут расположены, но постараюсь все показать. Собственно говоря, вот такие вот наклейки. Некоторые себе отложу,
потому что очень понравились некоторые наклеечки, которые я более близко показывала. Вот. И некоторые удивились, что у нас только маленькие, когда я заказывала такие же наборы, не из этой, конечно, серии, но из другой там, были все одинакового размера кружочки, а тут есть прям вот вообще малюсенькие. Итак, теперь идут вот такие вот стикеры для записей. Луна и Нептун. Заказала два, не удержалась, потому что очень-очень нравится моя тематика космическая. И в моих дневниках будет смотреться очень красиво. А также это будет красиво смотреться в письмах. Тоже сзади выглядят эти картонки, на которых они приклеены. Здесь 65 на 65, 30 листочков в каждом. Там была еще Земля и Марс, кажется. Не помню, 4 или 5, но, по-моему, только Земля и Марс еще были. Очень такая приятная, гладкая картонка. Можно ее просто потом отдельно использовать. И вот отсюда они вот так вот отрываются. Тут их довольно много. Очень красивая луна. Просто очень красивая. И довольно крепко приклеена. Хороший липкий слой у нее. Вот, так что можно посылать потом в письмах. Очень симпатично. Перо потрясающее, очень качественное, мягко пишет. И нажим можно делать разный, либо делать сильный нажим, получается толстая линия, либо тонкий нажим. И, как я понимаю, это просто brush pen, которая вообще для всего подойдет, не только для каллиграфии или там для леттеринга, которым я просто балуюсь иногда, когда хочется сделать какой-нибудь заголовок, но вот как-то так. Не знаю, мне очень нравится, как он себя ведет. И очень красиво получается тонкая, толстая линия, да? Можно под таким углом сделать такую линию, можно под таким углом сделать такую линию, да? Здесь. Самую разную, какую хотите. Тонкая, толстая, совсем тонкая. Можно еще такую тонкую делать. Какую хотите, вот просто всякими штрихами можно все это так делать. Можно закрашивать, если надо. Чернил здесь много, и они не пропитывают бумагу. Вот, поэтому для любых целей, для любых нужд абсолютно подойдет. И, наверное, я больше всего в восторге от этого заказа именно этой ручкой, потому что она действительно очень классная. Ей одно удовольствие рисовать. И быстрые скетчи какие-нибудь будут просто идеальны ею. Так что вот такие вот дела. Да, вот такая вот ручка. Так что такой вот заказ. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, вам что-то было интересное. Все ссылки оставляю внизу. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.